Dupstails. Адриан, пусть даже нам неизвестны мотивы его поступка, мы все равно должны остановить его. Нужно согласовать действия и продумать план. Нужно застать их врасплох. Наша цель не только одержать победу, но также показать твоему отцу, что из любой ситуации есть выход, и творить для этого зло не обязательно. Да, ты права, Маринет. Не знаю, что еще сказать, чтобы ободрить его. Так ужасно видеть его в этом состоянии. А можно мне остаться еще на одну ночь? Конечно. Я спрошу у родителей. Спасибо тебе за все. Пойду к тебе в комнату. Твои родители не должны видеть меня. Ты со мной? Да, я иду. Я согласен. Мы должны атаковать ночью. В это время меньше шансов, что кто-то будет акклиматизирован. Я думаю, нам следует идти вдвоем. Тогда мы сможем быть уверены, что никто не предаст нас, и мы не будем застигнуты врасплох. О, ты предлагаешь биться бок о бок вдвоем? Как всегда, только ты и я. Против всего мира, ага. Но еще я взяла талисман кролика на всякий случай. Он будет использован с предельной осторожностью, обещаю. Адриан, я хочу, чтобы ты знал. Если я потерплю поражение, как хранитель, Вейперион станет моим преемником. Что? Лука будет новым хранителем? А что со мной не так? Я тренировала Вейпериона для этой миссии, не тебя. Он прекрасно вписывается в эту роль. Ты не можешь отрицать этого. Кроме того, я полагала, что ты больше не будешь котом Нуаром, если я перестану быть Леди Баг. Да, да, все ясно. Хотя я бы выбрал Рюко. Она тоже отличный герой. Нет, она слишком импульсивна. Хранитель должен быть рассудителен и спокоен. Уж не ревнуешь ли ты меня к Кагами? Ну знаешь, то, что она умная, красивая, находчивая и классная, еще не значит, что я тебя к ней ревную. Конечно, я ревную. Рядом с ней я чувствую себя ущербной. Уверен, Кагами классная. Я всегда думал, как хорошо, что вы с ней дружите. Да, это хорошо. Что-то не так, Маринет? Почему ты молчишь? Хочу уснуть с тобой сегодня. Плак! О, нет, нет, нет! Я поймаю! Ауч! Поймал! Прости, я такая неуклюжая. Не волнуйся, я привык. И что ты там опять натворил? Вот, держи. Мне кажется, твой план очень хорош. Спасибо, Адриан. Пойду спрошу у родителей насчет ночевки. А ты побудь здесь. Стой, Маринет. Кажется, сюда кто-то идет. Что? Думаю, это мой отец. Нужно спрятать шкатулку с талисманами и прибраться в комнате. Плак, ты где? Быстро трансформируемся! Катастрофа! Это катастрофа! Быстро заправляй кровать! Прячь коробку! Он идет, поторопись!
Милая, все в порядке? Ой, папочка, это не то, что ты подумал. Я могу объяснить, почему тут такой беспорядок и... Маринет, не стоит. Я не хочу ничего знать. Ты не могла бы спуститься к нам, пожалуйста? Я скоро вернусь. Побудь здесь, кот. Хорошо. Мам? Пап? Что случилось? Твой друг Адриан пропал. У тебя случайно нет от него никаких новостей? Да, я знаю, что он пропал. Я тоже не могу с ним связаться. Мы волнуемся за него. Надеюсь, у него все в порядке. Уверена, он просто решил побыть где-то вдали ото всех. А потом он вернется. Я хотела спросить у вас кое-что. Может кот Нуар остаться у нас еще на одну ночь? Маринет, нам кажется, кот Нуар должен пойти домой. Ему 17 лет, его родители, должно быть, волнуются. Но, мама, он с ними поссорился. И еще не готов к серьезному разговору. Дай ему еще одну ночь, а потом он пойдет домой. Правда, там все очень сложно. А сейчас ему хорошо здесь. Пожалуйста. Хорошо, Маринет. Но помни, он не может оставаться тут вечно. И еще. Твой отец хочет поговорить с тобой. Разве не ты собиралась поговорить с ней об этом? Я уже с ней это обсуждала, Том. И вообще, ты мне проспорил, так что теперь твоя очередь. Ну, хорошо. Да что здесь происходит? Вы оба ведете себя очень странно. Вот, держи. Что это? Послушай, Маринет, я знаю, вы с котом Нуаром очень близки. И хотя ты об этом молчишь, я понимаю, что между вами происходит. Но я прошу тебя, подходите к этому осознанно. Вам еще рано заводить дома маленьких котят. Надеюсь, ты это понимаешь. Папа, да как ты мог такое подумать? Ты так быстро выросла, милая. Хочешь сказать... Нам с мамой показалось, что между вами что-то есть. Я не... Может, вы хотите где-то поужинать на свежем воздухе? Да, спасибо, папа. Можно посмотреть, что он дал тебе? Нет, постой, Тики! Это еда? Пахнет бананом. О, ты принесла поесть, Маринет? Скажи, Адриан, не хочешь поужинать вдвоем где-нибудь снаружи? Я думал, мы пойдем в ресторан, и это будет свидание. Прости, но сидеть в ресторане в костюмах, тебе не кажется, что это будет выглядеть странно? А почему мы не остались ужинать с твоими родителями? Мой папа вечно беспокоится за меня. И бывает, он говорит очень неудобные вещи. Это потому, что он заботится о тебе. Вот что важно. Это верно. Скажи, кот Нуар, а ты не хочешь пойти со мной на каток? Я думал, ты против того, чтобы мы использовали свои суперспособности в личных целях. Ну, мы не можем пойти куда-то, как Адриан и Маринет. Мы ведь можем столкнуться с кем-то из школы. Да, но ведь есть и другие места. Например, чем парк хуже. Я
хотела бы побыть с тобой наедине. Уверена, менеджер катка откроет его только для нас двоих, если попросить. Что ж, я понимаю. В конце концов, после всего, что произошло сегодня, разве я могу отказать в свидании, моей леди? Я весь в предвкушении. После всего, что произошло сегодня, и как я могла забыть об этом? А давайте наберем 3000 лайков под этим видео, чтобы продолжение вышло как можно быстрее. А почитать его можно на Людиблоге. Ссылка в описании. Вы были на канале Dubstales. Меня зовут Артём, со мной озвучивает Алёна. До встречи!